Так, очень странный ракурс на жду спутника, который должен пролететь между Марсом, которого не видно в правом нижнем углу из-за туч. Видно, в окуляр вижу, в правом нижнем углу опять скрылся. И Луной, которая, понятно, слева вверху. Какие тут спутники можно видеть в такую погоду, непонятно, но смотрим. Аккурат между Луной и Марсом должен пронестись сейчас один из спутников, или уже пронесся. Буду в этом разбирать на снизу. С левого нижнего угла должен в правый верхний угол переместиться спутник. И, наверное, облачка не дадут нам такой роскоши его наблюдать. 17 апреля 2021 год. Харьков. Тогда сейчас просто посмотрим на 2023 по Киеву, Харькове. Сейчас подождем несколько секунд еще и просто посмотрим тогда на Луну. Пока ее видно, немножко разжижились облачка. Не исчезли, но разжижились. Слово какое приятное. На язык ее покатать. Ладно, поехали, уже 24 минуты. Дальше ждать глупо. И судя по результатам, и до этого ждать было глупо. Где наш Марс? Помимо того, что в двух угловых градусах от Луны и в 285 миллионах километров от Земли. Ладно, пошли посмотрим на Луну. Совершенно мультяшный месяц у нас сегодня. И то он прячется за облаками от нас. Ну что ж ты, мой хороший месяц, или моя красавица Луна, сбегаешь. За облаками прячешься, сбегаешь. Вот какой колоритный кратер у нас. Как раз на линии терминатора. Ну что ж поделаешь, такая погода. Все равно спасибо и за это. Увидели Марс рядом с Луной на предыдущих дублях, так точно. А там, глядишь, может, и спутник зафиксировали против. Просто я его не заметил. На этом экранчике смотри, какая Луна шикарная. Да, кстати, там же еще будут спутники. 27. А, кстати, вот через минутку должен поверх Луны пролететь один спутник.
Но дымка, боюсь, не даст нам возможности его увидеть. Ну, в смысле облака. Ты посмотри, салюты кругом. Что ж там сегодня за праздник такой? Ладно, будем вот так смотреть в течение минуты на Луну. Может зафиксируется и спутничек. А, да нет, слишком облачно. Марса не видно. 28 минут, да. Ну ничего. Сезон только начинается, в очередной раз я повторю. А, вон там спутник летит, но не в нашу сторону. Досадно, что небо закрылось от нас. Вернее, закрыло небо от нас. Облака закрыли от нас небо. Ну ничего. Пожалуй, закончу на этом. Все плотнее становится туча. 20:29 по Киеву, Харькове. 17 апреля 2021 год.